Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Геймерков ТВ. Ну и сегодня покажу новый обновленный чит на Blox Fruits. Да-да, он обновленный чит, он был такой же, как и в прошлом ролике, но он, так сказать, обновленный, да? То есть сейчас, вот. Как видите, здесь очень много вкладок, сейчас у нас прогрузится Main, Stats, Island Player, Raid, как я понимаю, Shop, Devil Fruit. Статистика, то, что это статистика, Island, ну, всякие острова, где, кажется, будут боссы, еще кто-то там, я что мне шарю в этом левеле, вы больше шарите, и так. Как работает автофарм? Сначала вам нужно выбрать оружие. Вот вы идете вниз, вот вниз вы ведете, Select Weapon выбираете. Light, light, я не знаю, что это такое, может, вы знаете, свет, свет, типа, может, меч еще что-то. Ну, например, у меня руки, у меня комбат, я буду руками, как бы, убивать своих противников. Мы выбрали комбо, дальше мы идем вниз. И у них кнопочка автофарм. Нажимание автофарм, и у вас идет автоквест. То есть он автоматически будет пехаться к автоквесту. Вот, и автоматически вы будете драться там, не знаю, с кем хотите. Ну, давайте Nevermind. Я не знаю, что это такое. Какой-то там босс, что ли. Ну, без разницы. В общем-то, там кого-то бью, кого-то там убиваю, получаю за это опыт, XP и также бабки. То есть, вот так это у нас это все и работает. Так. Много очень вкладок, и вы сами можете разобраться, как тут все за что отвечает. Вот. Shop, Raid, Player, да. Также, вот, миска есть, Invisible, то есть вы сами разберетесь, тут все что-то, так вот. Вот, основную функцию я вам показал, так что, ребята, вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, встречаю к вашему представлению, Дейли Харрингтон, на моей конечной заставке. Ну а с вами был я, GamerCraft TV. Если тебя интересует, я и мои читы. И мои, конечно, неважно, чьи. В общем-то, если тебя заинтересовал этот канал, обязательно подпишись на этот канал. Ну, всем удачи и всем пока-пока. Вот я уже обновил левел. Ну, вот, всем пока.